Коряжбе обнаружено тело подростка, 15-летнего парня, нашли мертвым в собственной квартире. По предварительной информации, он отравился парами газа. Все, кто знал мальчика, называют случившейся трагедией. Подросток никогда не был замечен в совершении правонарушений. Хорошо учился в школе и даже был примером для многих сверстников. Добрый, отзывчивый паренек. Участвовал во всех мероприятиях, особенно военно-патриотической направленности. Мы участвовали и в конкурсах патриотической песни, и в городе, и на школьном уровне, и строя и песни. Участвовал во всех благотворительных акциях, такие как «Пушистая лапка» и благоустройство школьного двора. Был очень добрым, хорошим другом для всех. Поэтому очень сожалею. По предварительным данным, в тот страшный день подросток и еще двое несовершеннолетних дышали парами газа. Погибшему вдруг стало плохо, парень скончался на глазах у ребят. Ну и потом, видите, они то место, то где он. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит нам ответить на вопросы о причине его смерти. Предварительно смерть наступила от отравления. По информации из наших источников, подросток находился дома один. Его мама уехала на похороны старшего сына.